Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Демастер. И я, Тираси, ребят, всем привет. Мы сегодня с Тарасаром продолжаем проходить карту на 120 минут от нашего подписчика. Но мы не знаем, сколько мы ее пройдем, потому что мы все-таки ставим чекпоинты. Все-таки проходим на лайте, потому что вам так больше нравится, нам так больше нравится. И, вот, конечно же, не только еще мы проходим ее так по лайту. Есть еще моменты, которые все-таки затруднительные, даже с учетом того, что мы какие-то места себе упрощаем. Короче, объясняю, нам нужно чуть правее было прыгать. Вот, смотри, этот уровень. Ну, я уже здесь. Ну, идут... Так, вообще... а я сначала посмотрю, ничего не говори, просто... Да-да, проходи, посмотри, как ты проходишь, я хочу сейчас... Я буду с тобой смотреть. Можешь, да, за мной ходить, смотреть, что я делаю. Тарасар, что ты думаешь, как пройти этот уровень? Так, я сначала осмотрю карту, пойму, что здесь, где находится... Давай. Пойму, откуда надо начинать, а потом уже буду проходить. Тут потому что пока что это все-таки непонятненько. Да. Малость. Так, вот здесь у нас что здесь? То есть надо как-то на ту сторону пробраться. Вот оно что. Ну все, тогда понятно, как это пройти. Как? Смотри сюда, сюда. Смотрю. Потом здесь постоял, посмотрел, ничего толком не увидел. Угу. Пошел на другую сторону. Здесь слайм-платформа есть, куда она нас может закинуть. Ну, это когда сверху будешь прыгать, вот с того блока, вот с того блока, вот сюда. Да, она закинет нас сюда, получается. А как... А, ну ясно. Здесь, наверное, нам нужно попасть в лаву, мне кажется, как-то. Ну, я тоже об этом думал, но что-то не получилось. А здесь кнопки нет, интересно, какой? Не, мне кажется, это должна быть кнопка. Вот смотри, я сначала, знаешь, куда думал, Тарасар, смотри, иди сюда. Так, вылезай, покажу тебе. Вот смотри, я сначала думал, что нужно сюда, потому что здесь, смотри, есть такое падение. Но тут ты просто стопоришься и все. Но, возможно, это пасхалка, а здесь где-то есть еще. А ты вторую же... сторону пробовал? Вторую сторону тоже пробовал, да. Можешь пробовать, если хочешь. А здесь, вот здесь что? Вот здесь пробовал? Здесь нет. Там тоже вроде я могу облегчить наше страдание, просто посмотреть. Так, подожди-ка. Ты лаву чекни? Нет, здесь ничего нет в лаве. Так, в лаве получается ничего нет, ладно. Да. Точно ничего нет? Да, точно ничего нет. Наверное, здесь все-таки надо найти кнопку. Она должна быть коричневого цвета, ну деревянная. По всей видимости, потому что каменные кнопки здесь просто... Возможно, ее нет. Да, я не знаю, просто я уже на этот уровень минут 5 потратил с самого начала здесь. Так, я в гейммоде прочу, посмотрите, где должна быть кнопка. Потому что я это уже слишком жестко. Ты, ладно, только пришел, но... Ну да, я пока могу еще походить, посмотреть. Да, я могу тебе не говорить, где она находится. Ну, такое ощущение, что здесь нет кнопки, понимаешь? Может быть, невидимые блоки какие-то. Может быть, просто недоделанный уровень опять? Может быть, может быть. Ну, только если с уровнем с деревом было понятно, где косяк, то здесь вообще непонятно, где здесь косяк. Может, лишний блок стоит где-нибудь. Да, возможно. Или где-то что-то кто-то не доделал. Я не знаю, но просто такое ощущение, что нам просто нужно, знаешь, куда вот сюда вот попасть. С тобой, смотри, ТРСР. ТП, ТРСР Гейминг, Д Мастер. Мне кажется, давай отсюда будем проходить, потому что, ну опять, но просто ничего нет. Ну, может, ну ребята, если вы пройдете эту карту, или вот автор карты напишет, как это было в комментариях, то будет, конечно, неплохо. Ну, странно, конечно. Или мы настолько недогадливые. Ну я вот 5 минут бегал, я может, конечно, что-то не заметил, но, по-моему, так это тут не наш косяк. Как из дерева. Вроде всего смотрели, не знаю как. Все-таки карту пройти надо, не хочется из-за какого-то такого, ну, стопора ее не посмотреть всю. Так что уж проходим дальше. Да. Получается. Так, что-то... Не, мы, конечно, можем сейчас записать отдельных 10 сериях, мы пытаемся пройти это место и узнать наконец-то, что все-таки тут был косяк с картой, предположим, или же все-таки тут не было косяка с картой, мы извинимся и скажем, да, ребят, ну, наш косяк. Но мне кажется, проще просто скипнуть этот уровень и все. О, блин, что такое? Что такое, ТРСР? Ты опять отпускаешь меня вперед? Ну, ТРСР, я так долго тебя ждал. Так. Так долго ничего, ждал. Проходи, того, проходи, да, мастер. Потому что ты опять остался позади. Но надо, чтобы ты меня обгонял, Тараса. Когда ты меня обгоняешь, ничего, у меня больше стимула проходить карту. Значит, я верю, что дальше все проходимо. Ну, а мне также только в другую сторону. Что? Если ты прошел, значит, я чувствую, что все проходимо и прохожу. Да? Да, это же работает в обе стороны тема. Нет. Да. Нет. Она не может работать только в одну сторону. Блин, что-то не могу понять, что здесь такое. Опять куда-то... А. Опять куда-то мастер полез.
куда-то все он пытается спуститься. Профессор, он подсматривает. Подсматриваю. Тоже обал в эту ловушку, что и я. Ну там стояли, потому что блоки эти. Баннеры. Баннеры. А я поначалу наверх забежал, что-то там искал, Тарсер бах и так. Ну я увидел, куда Ник идет до мастера. А Тарсер, куда пошел? Ты же знаешь, куда идти, зачем ты идешь туда? Я решил проверить и эту тоже точку. Ну вот, я сначала туда вышел. Здесь свина-спамнер. Тарсер, привет, я тебе упал. Привет. Так, дай я подкину. И не надо. Так, отлично, я перелез. Отлично, Тарсер, давай. Дальше. Так, а тут у нас, кажется, будет снова паркур на палочках. Эх, ё-моё, я упал. Ну, Тарсер бывает, как говорится, попытка не пытка. Попытка, да, не пытка. Не рискуй, а то потом все заново. Тут, кстати, тут на табличке написано не рискуй, а то потом все заново. Мне нравятся русские карты. Я же говорил, говорит. В этом плане прикольно, когда делают подписчики, то что сразу же можно посмотреть, что написали, какие-то могут интересные, забавные надписи добавлять. Здорово проходить карты от подписчиков. Погоди, я прохожу какой-то секретный паркур от подписчика, я упал вниз, тут какой-то секретный паркур от него. Прям таки секретный. Еще было бы офигенно, мне кажется, если бы здесь добавили счетчик смертей, чтобы мы смотрели и поражались, насколько мы нубики. Да боже, я не могу понять, здесь просто нельзя пройти или это я такой нуб? Здесь одно из двух. Пройти. Не рискуй, то потом все заново. А, не рискуй, ну ладно. Я вот попробую я поверху пройти. Я рискнул, мне показалось, что будет интересно рискнуть. Ну ладно, я здесь посмотрю, что у нас. А здесь дальше проходится... Здесь дальше проходится не так, как надо. Все так. Правильно, ты шел туда, куда надо. Да? Там потому что проход ведет в ловушку. Это был троллинг. Ну да, это был троллинг чистой воды. Так, а тут куда? А тут у нас, кажется, есть еще один проход. О, я тебя видел, там такой красненький костюмчик, куда мастер был. Да, странно, если бы у меня был бы синенький визор. Да, это я бы сказал. О, я вижу сам себя, как? Как я могу видеть себя, возможно, не в зеркале? Автор карты позвал тебя из будущего. Опаньки, это такой темный паркур, здесь ничего не видно толком. Блин, у меня что-то упало в комнате, ТРСР. Может, это монстры? Блин, ТРСР, что ты меня пугаешь нафиг? А ты боишься, что ли? Не, ну знаешь, когда ты сидишь дома один... Что-то начинает. У тебя просто такой шум. Думаю, что это можно и. Может и испугать. Я просто не время, какая-то паранойя. Мне кажется, я слишком мало сплю. С этим я полностью. Начинаются согласен. Какие-то галлюцинации. Вы говорят, спите хорошо, много по 50 часов в день. Ой, 50 часов в день слишком много. Надо чуть меньше. Да, то и. Не, на самом деле, я читал, знаешь, такую 8. Прикольную тему, знаешь, про что? То, что, ну, про многих челиков, там, ученых и вообще успешных всяких челиков, да? Mm-hmm. Ну, особенно не только сейчас, а в другое время, что они, например, знаешь, у них, типа, немного другой распорядок дня, типа, вот, как бы есть нормальный распорядок дня, как у нормальных людей, да? А у них mm-hmm. было так, что они очень много раз в день спали, да? Но по очень мало, то есть у них в среднем сон не продолжался больше, чем там, 2 часа. Ничего себе. Там час-два, и был вообще один человек, который спал не больше 30 минут, ну, но... я слышал, да, про такую тему. И это, на самом деле, тоже неплохо, говорят. Ну, не знаю, я не врач, я слышал, что нужно спать все-таки нормально. Не, ну да-да-да, но это я с тобой согласен. Но я думаю, то, что, в принципе, видишь, наш мир, он все-таки интересная штука, понимаешь? Как бы то, что сейчас доказали, не факт, здесь что... все неоднозначно. Да, неоднозначно, как бы, ну да, типа, это лучше делать пока так, потому что это стопудово, то есть, типа, спать нормально, ночью спать там и так далее, потому что, да, блин, мне кажется, здесь что-то не так. Как-то нет, мы слишком... проходим, это место раз, странно. Раз, два, три, четыре, пять блоков, нет, Тарсер, не перепрыгнуть. 100% не перепрыгнуть. 5 блоков, либо автор карты накосячил, но 5 блоков. 5 блоков, так, а давай-ка, о, во, смотри-ка, ха, да, реально значит, троллинги. Значит, все правильно, троллинги, значит, все правильно. Так вот, к чему я веду, ребят, спите нормально, потому что я сплю мало в последнее время, из-за того, что, ну, я тут начал играть в MMORPG, это опасно. Очень, очень. А MMORPG опасно, потому что оно затягивает, опыт Тарсер, можно просто на тебя портнусь? Ну да, можешь. А что это за троллинг? Так, окажется... А, смотри-ка, это нам нужно здесь ходить, теперь... Так, подожди. Вот сюда, по всей видимости. Да. Вот. Ну, я там подписчиков из TeamSpeak взял, мы с ними играем, поэтому если вдруг фанат MMORPG, я не буду говорить, что... Я не хочу, чтобы это было как реклама, знаешь, чтобы это не было как навязчиво. Люди подумают, что я рекламирую тут что-то.
Может, здесь станем поиграть. Если это интересная тема, то... Не, ну да, не, я не против. Просто, знаешь, некоторые агрессируют почему-то на рекламу. Вот, и почему агрятся на ютуберов за рекламу? Я этого никогда не понимал. Типа, когда это что-то плохое, то да. Но когда это просто какая-то игра, может, даже которая вам не нравится, не нужно агриться, ребят. Кому-то это может понравиться, эта игра. Да, кому-то может нравиться эта игра. Ну, только кто-то, если... может, вообще Майнкрафт не любит. Такие, да, наверное, да, да, есть люди. Но я, знаешь, на самом деле, знаешь, еще думаю. Вот смотри, если просто какая-то игра, просто игнорируют и забей, и все, какая разница. Типа, ну потому что это просто не твоя игра, возможно. Блин, я просто на тебя портнусь. А ты на... Ничего не изменилось, чего? Черт. Да как ты вы... Я не могу запрыгнуть в эти дырочки. Терсер, запрыгни, пожалуйста. Я тоже не могу запрыгнуть. Ты так говоришь, ничего не изменилось, мы вместе здесь стоим. Да, я на тебя портнулся. Я думал, а может, туда. Может не так как-то. Не-не, там давай нет невидимого блока, там не давай видимого. Давай ты запрыгнешь, я к тебе тпшнусь. Давай. Получилось? Нет. Мне кажется, у тебя лучше получится. Так, ну давай попробуем. Давай задай очередь, ты теперь прыгаешь, твоя очередь. Пробуем, пробуем. Ну там невидимого блоков дырочки, точно нет, у меня видишь, с собой он есть. Дырочки. Ага. Так, ну не влезает, не влезает. Так, я сделаю так, чтобы мы друг другу не мешали. Ну, это будет... Как-то жестко. Проходи. Ты спанпоинт здесь поставил, да? А, нормально. Я просто услышу, когда ты падаешь, и возрождаться только тогда. Угу. А может, не так надо проходить вообще? Так, может, стекло нужно сквозь стекло проходить. Блин, мы такие места с тобой на самом деле проходили. Да, короче. Должно все получиться. Так, стой. Ну-ка. Ты можешь сломать этот блок? Я хочу попробовать все-таки запрыгнуть. Давай, просто некоторые моменты Терсарфер до конца проходит, а я вот... Ну мне, потому что я иногда хочется это... Да, это я понимаю, все хорошо, Терсарфер, не переживай. В общем, не так переживай. Чего я говорил, то есть, понимаешь? О, понимаю, получилось! Получилось? Ну вот, о, а я... Ну, здесь нет блока. Все, получилось, так что я доволен. Ты сам прошел, а я считерил немножечко. Да. Так, здесь вниз, наверное. Так, нет, я не понимаю, куда здесь надо. А вниз не пройти, кстати. А, вот, другое окно. А, понял. Панкоин такой здесь. Это просто для красоты. Давай я на тебя борту. А, подожди-ка, а как, подожди. А как тут можно. Я сейчас покажу, тебе покажу. У меня есть идея. Давай, я отойду. Смотри, сейчас спаунпоинт даже поставлю, чтобы просто на тебя не портиться каждый раз. Я в окно просто спрыгнул, как пожарный. Так, тут нужно как бы прыгнуть в тот момент, когда ты уже без блока над головой. Ну да. Не, такое мы тоже проходили, это реально пройти. Да, ну просто вот слишком вот много таких прыжков с непростых, я бы сказал. Не сложных, но непростых. И это очень много времени занимает. Один квадратный сантиметр. Да, если вы будете делать паркур карты, разбавляйте. Ой, я прошел. Получилось, класс. Да, разбавляйте. Не старайтесь поставить кучу сложных прыжков в одно место. Старайтесь разбавить. Это очень важно. О, получилось тоже. Да. Так, спаунпоинт. Ну, это на самом деле не сложный прыжок, просто он немного такой, знаешь, ну, напрягающий. Я, кстати, даже как будто не прыгнул, а просто туда втиснулся. Да, да, я тоже туда просто втиснулся. Блин. Стоит поставить спаунпоинт здесь. Да, поставь. Ой, на том же блоке, что я ставишь, мы с тобой, видимо, одинаково мысли. Стой, Терсер, на мини блоке! А вот, все нормально. Нет, это ты вернулся обратно. Я знаю. Подумай, написано подумай, погоди. Ну, мне кажется, я знаю, что надо подумать. Давай подумаем. Вот так вот. Я подумал, Терсер, думай так же. А как ты подумал? Ой, ну блин, Терсер, сложная история. Что-то как-то я не понял, как ты подумал? Посмотри на табличку и подумай, посмотри на табличку, посмотри, что под ней. Так вот, мы говорили про игры с тобой, Терсер, да? Поэтому не хейтите другие игры. Вы знаете, стопудово у вас есть хотя бы один знакомый или друг. Вот вы, если вы смотрите Майнкрафт, наверное, вы и играете в Майнкрафт. Ну, не факт, но вероятно, очень вероятно, да? И стопудово у вас есть хотя бы один друг, который вот говорит, напишите в комментариях, есть ли у вас такой друг или знакомый, или просто человек, которого вы знаете, который говорит, о, Майнкрафт, говно, лучше бы я в КС-очку поиграл, или там в какие-нибудь танки, или что-то еще. 100% какой-то такой челик есть. Но Майнкрафт это очень крутая игра. Ну знаешь, это дело вкуса. Точно, как бы здесь о вкусах не спорят, даже выражение да, такое. Да, ну понятное кто-то дело. Кто-то любит, допустим, дело. Пельмени, кто-то не любит да, пельмени. Да, но я, я знаешь, к чему я имею в виду-то? Я понимаю то, что у каждого свои вкусы, но я веду к тому, что, типа, если мне нравится игра, не нужно называть ее говном, потому что в нее играет куча людей. Будьте всегда адекватными, ребята, потому что это важно. Вот минуточка к чему я вел, Терсер, этого, да? Как назвать-то? Минуточка поучения от Демастера. Поучение, да, наверное. Да, но я думаю, то, что многие из наших подписчиков и так это знали, потому что у нас с тобой крутые подписчики, я считаю. Не, у других ютуберов тоже крутые подписчики, но у нас с тобой самые крутые подписчики.
Ну, знаешь, как получается? Часто бывает так, что зрители, они смотрят и одного, и другого. То есть вообще... Да, ну... Нельзя так говорить. Кто-то из подписчиков хороший, кто-то из подписчиков, может быть... Наши подписчики зависит. Самые крутые. Ну, красивые слова. Я люблю своих подписчиков просто, да, знаешь? Да, 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 мастер молодец. Да, мастер молодец, да. А по-другому вот. И не бывает. Да, ну мы с Тарасаром просто давно записываем видео, мы с тобой уже старики Ютуба. А! Да, а не, мы еще с тобой не старики Ютуба. О, нифига себе, ты там паркурист. Я тупанул мало, сейчас придется писать килл. А, ты поставил спор? А, ну ты просто только один тэп? Нет, а, ты стоял там, сорян. Я просто смотрел на тебя, ты что-то мне показывал, все, оп. Ладно, нормально, мы с тобой вместе прошли. Показал, как пройти, да мастер быстро прошел, что это такое. Воу, тошнота еще. Зафига мне тошнота? Давай, 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 быстрее, пока тошнота не начала действовать. А здесь что дают еще? Ой, прыгучесть закончилась. О. Ау-вау-вау-вау. Вот это да. Не, прикольно, на самом деле, необычно. А зачем ты килл прописал? Чтобы... Нет, я хотел к тебе телепортироваться. Ой. Да ё-мой, блин, со тошнотой так тошнотно играть. А у меня просто не было... Да, боже, Дразон, куда ты так пишешь? Да я пытаюсь от тошноты избавиться этой. О! Короче, этот уровень проходит ТРСР. Тошноты нет. Тошноты у меня нет. Да боже, ну что происходит-то? Да чё тебе все не нравится, не могу понять. Я пытаюсь на тебя телепортироваться, ты... Ты же уже стоял около меня. Меня почему-то выкинуло. Все, она поставит спаунпоинт. Надо было, короче, проходить мастер карту. Мастер все не нравится. Да не, ладно, Тарасар, все в порядке, Тарасар, а тебя... Так, все, здесь. Оп, отлично, не здесь нравлюсь. Ставлю спаункоин. Хух, отлично, это место, конечно, тошнотное такое было, но все-таки мы его преодолели. Я просто хотел, чтобы Тарасар этот уровень за меня прошел. Да, бывает, бывает. О, видишь, в эту дырочку нормально все протиснулись. Да, ну там просто бывает на определенном расстоянии, опа. Так, Тарасар нашел, куда идти, кажется. Дерка воды. Так, я прыгаю. Но не факт, что сюда, возможно, я тебя обманул. Может быть! Зачем он куда упал? Там ловушка была, да мастер! Там ловушка была? Там не было ловушки. Была, я в ней застрял. Не может такого быть. Ну, зацени. О, да мастер, смотри. Назад посмотри. Вниз. Да я вижу. Где Тарасар? А там невидимые блоки? Да. Блин, Тарасар, грустная история. Да, я просто стоял и смотрел. Здесь какие-то лабиринты из невидимых... А, нет, все нормально. Оп. Так, а как интересно... В той ситуации надо было поступать без команды kill. Я вот там стоял в ловушке, и что мне делать надо было? Не, ну, думаю, знали, что команду kill нужно будет написать. Наш наверное. Подписчик знает, что мы с тобой не глупичи, понимаешь? Так, куда здесь дальше? Потому что, наверное, вот дальше я говорил, что на самые классные подписчики, а он, наверное, думает, у нас самый классный Террасер и Демастер. Лучше, чем все остальные Террасеры и Демастер. Да. Да, я думаю, они-то догадаются, что надо написать kill. А может быть тот уровень, слышишь, а если что если тот уровень, который мы с тобой проходили с деревом, да? Это тоже был микротроллинг такой. Который нужно было врубать всякие команды? Где нужно было в самом начале, от первой серии. Ну я помню, помню. А в чем троллинг заключался? Ну в том, что типа... Как бы это объяснить? Типа его невозможно пройти, мы должны будем разобраться, у нас бомбанет от того, что его нельзя пройти. И мы таки скажем, не, нафиг эту карту, мы лучше что-нибудь другое пройдем, да? Да не, ну мы уже так не сказали. Потому что ну, наш да, подписчик так... О, я нашел первый раз кнопку! Ого! Наверное, она первая здесь кнопка. О, она что-то... Она открыла паркур. Паркур открыл. А тебе вот уже не нужно да. будет его открывать, потому что у тебя уже он будет открыт. Я решил для тебя сделать небольшую услугу, Тараса. Так, куда здесь? О, все, я прошел. Ну-ка, сейчас заценим, где ты там услугу мне какую-то небольшую сделал. По-братски, скажем так, знаешь, ну чисто... подумал, что моему другу. А, нужно вот это дыра! Да. Давай сюда, Тарасар, вот сюда. А, я поджарился, Тарасар! Нет! Вылезай, кабан! Вылезай, кабан! Я помню, ты так говорил. Типа, а, кабана жарят. Да, это забавно на самом деле. Так, так. Итак, все, отлично. Где мы с тобой, Тарасар? А мы с тобой оказались в мире березы и эндерника. Да, но на самом деле просто это слово кабан, мы его часто используем в нашей компании, у нас есть такая шутка локальная. В mm-hmm. реальной жизни я сейчас переехал в Москву, и мы постоянно тусуемся. Mm-hmm. Так, сегодня здесь... ночью, знаешь, вы что играли? Нет, до 5 утра. В игру такую на PlayStation называется Планета обезьян. В общем-то, это PlayLin. Помнишь, я рассказал про PlayLin? Наверное... А, да-да-да, типа с телефонов там можно. Да, да-да-да, это очень прикольная тема, на самом деле. Советую вам поиграть. Это, конечно, звучит опять как реклама,
И, кстати, блин, я опять заигрался в эту карту, мы записываем 23 минуты уже, давай здесь закончим. Ну давай, прямо вот на этом прямо портале. Все, мы телепортировались. Портале. Знаешь, на самом деле, перед тем, как мы закончим, знаешь, что я сейчас скажу, чем эта карта реально крутая, лучше, чем даже, может, портать паркур, да что-то еще. Ну-ка, давай, здесь скажи. Постоянно вот такие вот места используются, типа, с, позовите, типа, с порталами в ад, порталами в энд, смотри, типа, бах, и сразу же середина карты меняется, это необычный ход. Такое мы видели, но такое обычно используют один раз, этот чувак это использует постоянно, и это не приедается. Может быть, может быть. И все эти карты, они как бы интересно проходить. Не знаю, как все, как тебе, Тарасер, но мне прямо вообще в кайф. Ну, если говорить честно, мне больше нравится, когда одна, ну, один такой, одна ячейка, это одна локация. Здесь как-то немножечко, ну, лично, на мой взгляд, не, ну, типа, странно. Это, знаешь, типа, сделан, типа, он такие прошли из обычного мира в эндермир, понял? Так, шух. Угу. Да, я понял. Это прикольно. Ну ладно, в общем, ребят, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Всем пока-пока, ребятки.